Но также выбирайте для себя вместе с нашей блузой Рианой и юбку Нелли от бренда Greenlight. Юбка, которая сегодня покорила наши сердца. Во-первых, мы видим, что здесь полупрозрачный силуэт нашей юбки. Гипюр, который имеет растяжение. Мы видим красивые ножки, силуэт фигуры. И при этом внутри у нас спрятана наша роскошная юбка, которая полностью скроет все нюансы. Да? А юбочка у нас идет с перламутром. Она у нас шелковая, блестящая, красивая, яркая. Но закрывая кружевом, мы видим этот такой полусверкающий, интересный силуэт. И при этом мы получаем многоуровневую юбку, которая дарит нам легкость, воздушность и красоту. Юбка Нелли на высокой посадке, на эластичной ленте. Здесь у нас многоярусная история, которая подстроится абсолютно под любой образ. Вот Арина не выдержала и бежит к нам в юбке. Слушай, как роскошно с белым жакетом смотрится. Можно собрать монохромный образ, можно на контрасте, как я или Арина, сделать. Шикарно, красиво, хочется кружиться, хочется танцевать в этой юбке. Вау. Она невероятная. Это также главный товар сегодняшнего дня. Потрясающее качество. Посмотрите, как это выглядит. Это невероятно шикарно, это роскошно, и это всегда актуально. Цена только сегодня. Один единственный день мы дарим вам скидку на главный товар дня. Самое актуальное предложение, и при этом и практичное, и красивое очень. Лена здесь уже сама сделала дизайн. Да. Давайте выбирать цвета, потому что у нас есть в наличии несколько цветов. Да. Сейчас на подиум я выбираю красный. Далее у нас Олечка выбирает цвет нежный, такой пудровый. Слушай, красивый очень жемчужный подклад. Посмотрите, он прям светится изнутри. Вот я пойду, извините. Да, конечно. А я выбираю для себя такой, знаете, цвет фиолетовый, цвет баклажан, цвет сливы. Очень загадочный, сочетаю как раз с нашей блузой Риана именно в мятном цвете. У нас есть еще и темно-синий цвет. Ой, посмотрите, темное, черное такое, темное небо, а чернильный, давайте вот красивый. Вот так сделаем. Будете как костюм, пожалуйста, у вас уже получился. Темно-синяя блуза Риана и темно-синяя юбка. Далее, фиолетовый мы видели на Лене, выбирает она. Пудровый мы на Ольге с вами посмотрели. Светлые оттенки, боже, потрясающие. Серый цвет у нас есть. Как какой красивый, жемчужный, да? Такой, да? Эффектный оттенок. Серый? Просто, да. Серый цвет, да. Да, жемчужный жемчуг. Мне вот с жемчугом такая ассоциация. И цвет черный. Черный с белой будет красиво, шикарно смотреться блузой. Черный остается только три в юбке, поэтому торопитесь, заказывайте либо у наших операторов, если вы успеете дозвониться, либо через наш сайт www.shopandshow.ru. Трансляцию также смотрите в нашей группе ВКонтакте. В обязательном порядке оставляйте свои отзывы и комментарии. Внимание, 2799 рублей стоит наша юбка. Размеры представлены у нас от 50 до 60, от 48 до 62. И опять же, это бренд Greenlight. Бренд Смотрите, Greenlight, да. Это самый любимый бренд. Я его обожаю. Давайте сделаем замеры. А подожди, знаешь, как хотела сделать замер? Вот так, давай. Нам не будем делать. Давайте полуобхват сначала сделаем. Да, полуобхват талии в свободном полете. Это будет примерно 46 сантиметров. А вот так вот? А вот так вот у нас с вами уже 60. Это 54 размер, обратите внимание. То есть у нас здесь широкая резинка, посмотрите, вшитая, да, и она не будет перекручиваться, здесь все надежно. Конечно, Greenlight в этом плане это лучший бренд. Я вам очень рекомендую сделать свою первую покупку, начинать именно с бренда Greenlight. Это высочайшее качество, это просто вот высшая мода, знаешь, которая на подиум, от кутюр, да, которая стоит огромных денег, если вы будете в любом торговом пространстве это заказывать. 2799. Еще раз хочу сказать, даже как про нашу блузу, главный товар дня, это одна покупка, вот прям, знаешь, вот когда у тебя маленькое черное платье от Chanel висит. Всегда будет. Будет палочка-выручалочка. Но качество просто безупречное. Красивая подкладочная ткань в каждой юбке. Да, она у нас перламутровая. Это шелк, который сквозь кружево, его видно. Да, он начинает красиво играть. Более того, здесь даже есть силиконовые петельки для сушки нашей юбки. Посмотри. Да, кстати. Это как европейские бренды только делают. Да, обратите внимание на детали, на качество, на практичность. Опять же, еще раз хочу сказать, просто когда у мамы сейчас был юбилей, я надела платье атласное. И когда я села и посидела за столом буквально там 15 минут первые, там, когда все садились, собирались, я встала и тут же увидела здесь заломы. Складки, да. И у меня помялось платье. Но когда вы выбираете вот такие предложения, у нас Ксюша тоже с красной юбкой. Вкусы совпали. Да, вот смотрите, у нас с блузой
блузой, да, Ксюша демонстрирует. Шелковая блуза, шелковая, пожалуйста, блуза. Можно. Здесь просто футболка, может быть. Может допустим. Быть, просто футболка, да, как Юлия Колосова носит. Да, у нее как раз есть кружевные брюки, и она просто одела простую футболку, добавила брошь. То есть даже майку вы можете одеть, топ какой-то можете надеть. Ой, а если вы топ надели, то вы можете сверху надеть еще блузу Риана. А, давайте вот так сделаем. Смотрите, сколько кружева здесь. Вот хочется сказать, да, про... Ку-ку. Про то, что здесь очень много материала. Да, у меня сейчас, правда, на размер. Я, кстати, размер выбрали, девчонки? Да, вы размер, как выбирали? Размер выбирайте четко. Угу. Да, мы сделали замеры, остается свобода. И посмотрите, здесь у нас все-таки ярусы. Сначала у нас идет ярус. Вот можно такой, я буду крутиться? Крутись, пожалуйста. Такой идеально облегающий по бедрам. Но остается свобода и в бедрах, и по ну, как бы такое мягкое прилегание. Затем идет очень такой пышный ярус, и потом еще пышный ярус. То есть у нас здесь раз, два, три, четыре яруса. Боже, как это роскошно, как это стильно, как это модно. И главное, что не просвечивает. Видно ножки, ножки наши гуляют, отдыхают, но все закрыто, все эстетично очень. На свадьбу, на юбилей, на праздники, в любом месте вы всегда будете королевой. Вот знаете, правда, насколько кружево всегда было дорого. Выбирали кружево только королевские особы, но даже у нашей Екатерины Великой, у нее она позволяла себе только манжеты или воротничок из кружева, потому что это было очень-очень дорого. А вот в царской России еще давно... В Древней Руси, какой был самый желанный подарок для девушки от мужчины? Это сейчас мы привыкли. Да, бриллианты. Бриллианты или телефон какой-то там подарите на смартфон, да? А раньше кружевная ленточка. Дарили ее прямо в коробочке, как вот действительно украшение. И каждая девушка ждала именно класс. Этого подарка. Ой, ну это замечательно. Это действительно подарок для вас, супер комплиментарно. Для фигуры, конечно, все это вытягивает, да, рост делает вас более стройной, легкой, да. Вот такой эффект легкости, конечно, создает кружево. Как красиво. И у нас заказывают по две юбки, потому что светлые и темные оттенки смотрятся абсолютно по-разному, да. Здесь у нас играет атлас, которым, в котором выполнена наша, да, подъюбник. Здесь у нас играет с вами цвет, фактура, роскошные, шикарные ткани. Кружево выбирайте для себя с блузой вместе с юбкой. Получайте бесплатную доставку от суммы 5990. Главное, успейте дозвониться и заказать. Можно ВКонтакте, кстати, тоже посмотреть нашу трансляцию и заказать на сайте www.shopandshow.ru. От 48 до 62 это любимый бренд Greenlight. У нас тот и лук получился. Конечно, выбирайте размер в размер. Блузу выбирайте на размер больше, если у вас шикарные формы, либо размер в размер, как это делала наша Ксения. Главное, успевайте. Звонки бесплатные на сайте. Вы также можете положить свою корзину, забирайте готовый ансамбль и будьте яркой, почувствуйте себя настоящей королевой.